Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем рассматривать тригонометрические ряды Фурье. Самостоятельно сегодня не будет. Будет самостоятельно в следующий раз по всей теме ряды Фурье. Итак, первая пара задач на исследование равномерной сходимости ряда Фурье. Первая задача. Функция задана кусочно. Ну или, впрочем, мы можем сразу написать, что это модуль косинуса x на отрезке от 0 до π. Требуется разложить ее в соответствующий ряд Фурье на этом отрезке и исследовать полученный ряд Фурье на равномерную сходимость. Но мы понимаем, что поскольку отрезок лишь от 0 до π, то это означает, что нам нужно масштабировать стандартный ряд Фурье и рассматривать ортогональную систему единица, косинус π, деленное на π на 2, nx, и синус π делить на π на 2, nx. Соответственно, коэффициенты an, ну или сначала давайте посмотрим на функцию. Модуль косинуса x, то есть вот так, потом вот так. Это точка π пополам, это точка π. И если мы с вами эту функцию периодически продлим, ну на самом деле понятно, что у модуля косинуса x как раз период π, то есть если мы эту функцию периодически продлим, то мы, собственно, и получим модуль косинуса x на всей числовой прямой. Вот. И мы можем сделать вывод, что наша функция четная, а значит, в разложении в тригонометрический ряд Фурье будут присутствовать только косинусы. Ну, давайте найдем коэффициенты. Значит, an – это есть единица делить на π пополам, интеграл от 0 до π, f от x – на косинус получается 2nx dx. Придется рассмотреть по отдельности от 0 до π на 2 и от π на 2 до π. Значит, будет 2 делить на π. Скобка открывается. Интеграл от 0 до π на 2. На этом промежутке наша функция равна косинусу x. Косинус 2nx плюс интеграл от π на 2 до π. На этом промежутке наша функция – это минус косинус x, поэтому давайте я сразу здесь минус нарисую. Минус косинус x на косинус 2nx dx. Ну а теперь давайте я буду вычислять первый интеграл, а дальше мы второй напишем, поскольку первообразная будет та же самая, в момент подстановки мы про него вспомним. Итак, вычисляю первый интеграл. Произведение косинусов я преобразую в сумму. Косинус суммы плюс косинус разности. Значит, 1 вторая на косинус суммы плюс косинус разности. 1 вторая выносится, двойка сокращается. Получается единица на π, интеграл от 0 до π на 2, косинус суммы, то есть косинус 2n плюс 1x, плюс косинус разности, косинус 2n минус 1x dx. Плюс, точнее говоря, минус второе слагаемое, я просто многоточием пока обозначу. Равно. Интегрируем. Синус 2n плюс 1x делить на 2n плюс 1 плюс синус 2n минус 1x делить на 2n минус 1 в подстановке от 0 до π пополам минус единица на π, а здесь то же самое, в подстановке от π пополам до π. Выполняем подстановку. Подставляем π пополам. Получается синус πn плюс π на 2 делить на 2n плюс 1 и плюс синус πn минус π на 2 делить на 2n минус 1. Это я подставил x равно π на 2, минус я подставляю 0, но при подстановке 0 получается, ясное дело, 0. Дальше. Смотрю теперь на
второе слагаемое, которое со знаком минус, и в котором я должен подставить π и π number. Подставляю π. Поскольку синус угла кратного π – это 0, то у меня на верхнем пределе получается значение 0. Потом пишу знак минус и подставляю нижний предел π пополам. Но я только что как раз уже подставлял π пополам. Значит, получается еще раз точно такие же слагаемые. Поэтому я могу здесь написать плюс сразу 2 делить на π. Ну, то есть плюс еще один раз оно же добавится. Соответственно, я здесь напишу коэффициент 2. Далее. Поскольку синус πn плюс альфа – это минус единица в степени n на синус альфа, то я могу минус 1 в степени n вынести за скобки. Будет 2 на минус 1 в степени n, деленное на π. Скобка открывается. Здесь останется синус π на 2 – это единица. И во втором слагаемом останется синус от минус π на 2 – это минус единица, значит, минус 1 на 2 n минус 1. Ну и, наконец, я приведу к общему знаменателю, сложу две дроби, и у меня получится минус 4, умноженное на минус 1 в степени n, делить на π и на 4n квадрат минус 1. Это an. Понятно, что n здесь может быть любым, начиная с нуля. В нуле никаких неприятностей у нас нету. Значит, а нулевое можно просто отдельно написать, чтобы оно у нас было. А нулевое, значит, что получается при n равном нулю? То есть получается 4 делить на π. Ну а дальше можно еще раз заметить, что поскольку функция четная, то коэффициенты bn будут равны нулю. Вот. И значит, разложение Фурье будет содержать только слагаемые с косинусами. Давайте мы это разложение напишем. Значит, модуль косинуса x, наша функция, равен а нулевое пополам, то есть 2 делить на π. Дальше пойдет знак минус. Значит, минус 4 делить на π, как общий множитель вынесем. На сумму по n от единицы до бесконечности. Минус единица в степени n делить на 4n квадрат минус единица. Значит, минус единица в степени n делить на 4n квадрат минус единица умножить на косинус 2nx. Давайте теперь разберемся, при каких значениях x имеет место поточечная сходимость ряда к функции, которая его породила. Смотрите, еще раз. Функция, периодическое продолжение функции непрерывно. И периодическое продолжение, собственно, совпадает с самой функцией модуль косинуса x. Поэтому, поскольку она еще и кусочно дифференцируема, отсюда следует, что в каждой точке ряд Фурье сходится к значению функции. То есть мы бы написали, что на отрезке от 0 до π, но поскольку сама функция модуль косинуса x также имеет период π, то равенство будет верно при всех значениях x из числовой прямой, то есть при всех x, принадлежащих r. Теперь вопрос насчет равномерной сходимости. Давайте посмотрим на коэффициенты полученного ряда. Видно, что они убывают как единицы на n квадрат. Ну и значит, ряд будет сходящий, ну в смысле ряд мажорирующий. Давайте напишем об этом подробно. Итак, вот у меня есть ряд, сумма по n от единицы до бесконечности, а n, ну, в тех же обозначениях, что и раньше, на косинус 2nx, значит, по модулю он не превосходит суммы по n от единицы до бесконечности модуль а n. Да, значит, чтобы воспользоваться признаком Вейерштрасса, я должен написать вот так, да, модуль, ну, неважно, в общем, неважно, как это написать, да, давайте так напишу. Он абсолютно и равномерно будет сходиться. Значит, меньше либо равно, чем сумма просто модулей АН-ных, то есть, чем 4 делить на π умножить на сумму по n от единицы до бесконечности
единица делить на 4n квадрат минус единица. Вот понятно, что этот ряд сходится. Следовательно, ряд исходный сходится на всей числовой прямой абсолютно и равномерно. Вот. Ну и сходится к значению функции, как мы только что выяснили. Так, есть ли вопросы по этой задаче? Значит, абсолютно и равномерно по признаку Вирш-Трасса. Давайте сразу напишем по признаку Вирш-Трасса. Поскольку вам нужно будет каждый раз это тоже указывать, по какой причине, на основании какой теоремы мы сделали вывод о сходимости. Так. Ну, поехали дальше. Если вопросы появятся, тогда вы скажете или напишите. Номер два. Вот такую функцию давайте рассмотрим. Это будет bx, когда x принадлежит промежутку от минус π до нуля. И это будет ax, когда x принадлежит промежутку от нуля до π. Ну и мы рассматриваем стандартную тригонометрическую систему на отрезке от минус π до π. Итак, задание такое же. Надо разложить тригонометрический в ряд Фурье и исследовать полученный ряд на равномерную сходимость. Посчитаем коэффициенты ан, единица делить на π, на интеграл от минус π до π, f от x на косинус nx dx. Поскольку функция задана по-разному, то, естественно, мы разобьем интеграл на 2, значит, интеграл от минус π до 0. Здесь функция равна bx, значит, b как постоянный множитель можем сразу вынести. Плюс интеграл от 0 до π. Здесь функция наша равна ax, значит, a опять как постоянный множитель выносим. Теперь давайте сделаем в первом интеграле подстановку x равно минус x'. И при этом, поскольку косинус четная функция, то здесь знак сохранится у косинуса, x и dx дадут по одному минусу, значит, два минуса будет. И еще один минус возникнет, когда мы интеграл от π до нуля превратим в интеграл от нуля до π. Итого у нас три знака минус выносятся, значит, знак поменяется. То есть в первом интеграле я знак поменяю, и он, видите, он такой же, как второй интеграл, поэтому просто можно будет вынести его за скобки. У нас получится вот что. У нас получится а минус b, деленное на π, на интеграл от нуля до π, x косинус nx dx. Ну, теперь этот интеграл надо посчитать. Естественно, что я его буду считать с помощью интегрирования по частям. Косинус nx внесу под знак дифференциала. Это дифференциал синуса nx. При этом мне n нужно написать в знаменателе, чтобы скомпенсировать то n, которое будет выноситься при вычислении дифференциала. Значит, а минус b делить на πn будет снаружи. Интеграл от 0 до π x d синус nx. Ну, можно проверить, обратно вычисляя дифференциал, что получится то, что было. Теперь применяю формулу интегрирования по частям. Могу написать а минус b делить на πn, умножить на скобку x синус nx в подстановке от 0 до π минус интеграл от 0 до π синус nx dx равно а минус b делить на πn. Дальше смотрите, здесь на обоих пределах получится значение 0. Дальше минус синус nx мы интегрируем, получаем косинус nx, деленное на n, в подстановке от 0 до π, равно а минус b, деленное на πn квадрат, подставляю π, подставляю 0, получаю минус единица в степени n, минус единица. То есть значение в точке π – это минус 1 в степени n, и минус значение в нуле – это единица.
Ну и дальше я могу это упростить, поскольку при четном n я вижу, что получается 0, а при нечетном n вот эта скобка дает минус двойку. Поэтому окончательно я могу написать, что это равно фигурная скобка 0, если n четная, и это будет минус 2 на a минус b делить на пи на 2m минус единица в квадрате. Если n равно 2m минус единица, то есть нечетная. Вот таким образом мы получили коэффициенты при косинусе. Давайте теперь рассмотрим коэффициенты при синусе. То есть мы, вообще говоря, не можем сказать, что эта функция имеет определенную четность. Да, но можно представить ее себе. Давайте мы ее как-нибудь нарисуем. Вот минус пи, пи. Вот здесь и здесь кусочек прямой, да, вот такая ломаная получается. Вот, но понятно, что у нас нет ни того, ни другого свойства. Если мы периодически будем продолжать, то мы видим, что, вообще говоря, в точках минус пи плюс 2 пи к происходит разрыв первого рода. Но мы об этом еще раз скажем в конце, когда все посчитаем. Итак, коэффициенты bn приходится считать. Считаем их. bn – это единица на пи интеграла от минус пи до пи f от x на синус nx dx. И опять же, поскольку функция задана по-разному, то приходится нам рассматривать по отдельности интеграл от минус пи до нуля. Здесь b можно вынести. Плюс здесь будет a выноситься интеграл от нуля до пи. Ну и в первом интеграле, снова, чтобы его преобразовать к тому же виду, что и второй, мы сделаем подстановку x равно минус x штрих. И заметим, что на этот раз знак поменяется 4 раза. То есть x, синус, dx и еще один раз при перевороте интеграла. То есть был у нас интеграл от пи до нуля. Мы запишем его как интеграл от нуля до пи. При этом знак еще раз поменяется. То есть всего 4 раза меняется знак. 4 минус единица у нас вылезает. Соответственно, знак плюс, знак сохраняется. То есть мы можем записать эту сумму как a плюс b, деленное на пи, умножить на интеграл от нуля до пи x синус nx dx. Ну и давайте посчитаем, опять же, по частям этот интеграл. A плюс b, деленное на пи, умножить на интеграл от нуля до пи x на d косинус nx я хочу написать. При этом, если я вычисляю дифференциал косинуса, то у меня вылезает минус, и у меня вылезает множитель n. Значит, все это надо предусмотреть, чтобы получилось то же самое выражение, что и слева. Ну, а теперь формула интегрирования по частям. Значит, минус а плюс b, деленное на пи n, скобка открывается, x косинус nx подстановки от нуля до пи, минус интеграл от нуля до пи косинус nx dx. Минус а плюс b делить на пи n, умножить на скобку, выполняю подстановку, подставляю пи, получается минус 1 в степени n умножить на пи, ну, при подстановке нуля будет, естественно, 0, минус, и вычисляю вот этот интеграл, это будет синус nx делить на n подстановки от нуля до пи, и здесь на обоих пределах интегрирования получится значение 0. Значит, окончательно я получаю bn вот такое. Это будет минус, минус 1 в степени n на a плюс b. Пи сокращается, просто делить на m. А, кстати говоря, когда мы an считали, на самом деле нам нужно было еще а нулевое посчитать. Да? Давайте мы а нулевое куда-нибудь добавим. Ну, вот сюда можно его добавить как раз. Значит, а нулевое равно... При n равном нулю, видите, мы тут на n делили, поэтому n равно нулю нужно отдельно рассмотреть. Значит, если у нас n равно нулю, ну давайте вот, вот этой вот формулой мы воспользуемся до деления на n.
Значит, при n равном нулю, получается, мы просто x должны проинтегрировать от нуля до π, то есть x квадрат пополам, то есть получается π квадрат пополам. То есть получается вот что. Получается а минус b умножить на π делить пополам. Так, ну и теперь мы готовы написать полностью весь ряд Фурье для нашей функции. Давайте мы его напишем. Значит, минус, значит, а нулевое пополам, то есть а минус b умножить на π делить на 4. Плюс, давайте я отдельно напишу сумму с косинусами и сумму с синусами. Но дело в том, что по отдельности каждый из этих рядов поточечно сходится. Вот поэтому я могу записать их по отдельности. Да, отдельно сумму с косинусами, отдельно сумму с синусами. А, значит, сумма по n от нуля до бесконечности. Ну, давайте весь коэффициент уж напишу. Минус 2 на а минус b делить на π, по-моему, да? π и 2m минус 1 в квадрате. π на 2m минус 1 в квадрате. Сумма, конечно, не такая немножко. Сейчас исправим. Умножить на косинус от 2m минус 1 x по m от единицы до бесконечности. И плюс сумма вот такая с синусами. Значит, по n от единицы до бесконечности минус минус единица в степени n на a плюс b, деленное на n, на синус nx. Ну и теперь давайте рассмотрим, во-первых, вопрос, на каком промежутке будет гарантировано равенство, на каком промежутке верно равенство. Для этого мы еще раз посмотрим на картинку, вспомним, что ряд Фурье непрерывной кусочной дифференцируемой функции сходится к полусумме левого и правого предельного значения в точке. То есть если функция в точке непрерывна, то сходится к значению функции. А если функция в точке имеет разрыв первого рода, да, только такие разрывы допускаются, то ряд Фурье сходится к полусумме левого и правого предельного значения в точке. То есть понятно, что вот в этой точке минус π ряд Фурье будет сходиться вот к какому-то вот такому вот значению. Да? То есть к полусумме вот этого и вот этого значения y. Ну и, соответственно, во всех остальных точках вида π плюс 2 πk ряд Фурье будет сходиться к тому же самому значению. Видно, что сходимость ряда к функции f от x имеет место только на интервале от минус π до π. То есть вот здесь я должен написать, что эта формула, это равенство будет верно лишь при x, принадлежащем интервалу от минус π до π. Далее, вопрос о равномерной сходимости. Ну, если мы рассматриваем равномерную сходимость на отрезке, вообще сходимость на отрезке, да, ряд Фурье ведь сходится на отрезке. Вопрос просто в том, что он сходится не к функции, потому что в граничных точках разрыва, да? Вот. Значит, если мы рассматриваем вопрос о равномерной сходимости ряда Фурье на отрезке, то давайте напишем, что на отрезке от минус π до π ряд сходится неравномерно. Так как он сходится к разрывной функции. Так как он сходится к разрывной функции. То есть мы помним теорему, да, что ряд из непрерывных функций, равномерно сходящийся, должен сходиться к непрерывной функции. Если у нас ряд составлен из непрерывных функций, и он сходится равномерно, то его суммой также будет непрерывная функция. Поэтому если мы от противного будем рассуждать, да, предположим, что ряд сходится равномерно, тогда предельная функция должна быть непрерывной. А мы видим, что она имеет разрывы в граничных точках промежутка. Значит, равномерной сходимости нет. Значит, ряд сходится неравномерно. Далее. То же самое можно утверждать и для интервала от минус π до π. Поэтому, потому что если бы ряд сходился равномерно на интервале от минус π до π,
то с учетом того, что в точках минус π и π он просто сходится, получается, что тогда и на отрезке от минус π до π ряд должен будет сходиться равномерно. А это, как мы только что выяснили, не так. Значит, получается, что не только на отрезке от минус π до π ряд сходится неравномерно, но и на интервале от минус π до π сходимость тоже будет неравномерной. Но, разумеется, это все верно лишь при условии, что вот такой вот график, как бы сказать, ну, примерно верен. Да? То есть, ну, у нас здесь два параметра А и Б. Я нарисовал для каких-то конкретных случаев А и Б, естественно. То есть можно подобрать А и Б таким образом, что функция будет непрерывна. То есть мы можем сказать, что вот такой случай, то есть наличие разрывов в точке минус π и π, а в точках минус π плюс 2 пика, соответствует ситуации, когда А плюс Б не равно нулю. Да? То есть А не равно минус Б. То есть если у вас будет А равно минус Б, то тогда разрыва не будет. Тогда функция будет непрерывная, и тогда давайте посмотрим, что при этом произойдет. То есть вот этот наш вывод, который мы только что сделали, он верен лишь, значит, это при А плюс Б неравном нулю. Вот это вот. При А плюс Б неравном нулю. А что будет, если А плюс Б равно нулю? Если А плюс Б равно нулю, то мы можем заметить, что вот эта часть ряда, которая ряд по синусам, уйдет. Ну, потому что там везде есть множитель А плюс Б. Вот поэтому в этом случае, когда А плюс Б равно нулю, мы получим, что F от X есть А минус Б, умноженное на π делить на 4, плюс сумма лишь по косинусам. Сумма по m от единицы до бесконечности минус 2 на А минус Б делить на π на 2m минус 1 в квадрате на косинус 2m минус 1 x. Все. Да. Ну и мы можем заметить, что в этой ситуации ряд будет сходиться равномерно. Ну, на чем угодно, хоть на всей числовой прямой. Другое дело, что на всей числовой прямой этот равномерно сходящийся ряд не будет равен функции f от x, но сам ряд-то будет сходиться. Значит, ряд сходится равномерно, скажем, на отрезке от минус π до π по признаку Вейерштрасса. Значит, по признаку Вейерштрасса видно, что здесь тоже коэффициенты ряда убывают как единица делить на m квадрат, значит, ряд будет сходящимся по мажоратному признаку. Так, будет сходиться абсолютно и равномерно. Есть ли вопросы по этой задаче? Понятно. Давайте дальше. Номер 3. Рассмотрим вот такую функцию. F от x равно единице минус q квадрат разделить на единица минус 2q косинус x плюс q квадрат, где модуль q меньше единицы. Требуется разложить функцию в ряд Фурье по стандартной системе, используя формулу Эйлера. Ну, а именно, вот мы должны косинус x выразить по формуле Эйлера, то есть представить косинус x как 1 вторая на e в степени и x плюс e в степени минус и x. Выразить косинус через комплексные экспоненты. Для того, чтобы это сделать, давайте в первую очередь разложим функцию в степенной ряд по параметру q. То есть мы временно забудем, что для нас x является основной переменной, и будем рассматривать эту функцию как функцию от переменной q. Ну, в первую очередь надо заметить, что дробь неправильная, да, поскольку степень числителя равна степени знаменателя. Давайте мы в ней выделим целую часть. То есть равно, я в числителе выделю знаменатель, ну, чтобы убрать q квадрат. То есть я запишу так, как минус q квадрат минус 2q косинус x плюс 1. И скомпенсирую все, что лишнего я добавил. То есть надо будет написать минус 2q косинус x. Здесь минус 1, получается, у меня было плюс 1, значит плюс 2. Вот. Вот так.
Теперь я делю почленно и получаю минус единица плюс 2 минус 2q косинус x разделить на единица минус 2q косинус x плюс q квадрат. Теперь давайте воспользуемся формулой Эйлера, написанной выше. И заметим, что знаменатель раскладывается на множители следующим образом. И заметим, что можно разложить знаменатель вот так. Ну, в этом легко убедиться, просто перемножив две скобки. Ну, либо по-честному решить квадратное уравнение, да, как бы тут одно из двух. Либо по теореме Виета, да, еще один вариант. Можно по теореме Виета. Далее. Разложим эту дробь на простейшие дроби. Учитывая, что дробь теперь стала правильной, степень числителя первая, степень знаменателя вторая, да, разложим на простейшие дроби. Значит, представим, как минус единица плюс а, деленное на единица минус q, на e в степени и x плюс b, деленное на единицу минус q на e в степени минус и x. Ну и нам нужно найти коэффициенты a и b, метод неопределенных коэффициентов. Можно заметить, что в данном случае числитель как раз получается как сумма знаменателей. Да? Вот если мы сложим два множителя знаменателя, мы как раз получим то выражение, которое написано в числителе. Видно, да? Соответственно, получается, что а и b – это просто единицы. Ну, можно по-честному их найти. Вот. Я просто для экономии времени. Вот. Видно, что а и b – это просто единицы. Поэтому вот на первом этапе, давайте можно на этом, на самом деле, страничку перевернуть, потому что там даже немножко по-другому мы будем. Другое рассуждение будет. Да, это вот первая часть. Разложение на простейшие дроби. У нас получилось вот такое разложение. Давайте мы его воспроизведем еще раз на следующей страничке. Итак, f от x мы получили, это минус единица, плюс единица делить на единица минус q e в степени и x, плюс единица разделить на единица минус q на e в степени минус и x. Теперь давайте все-таки сделаем то, с чего воспользуемся той идеей, да, с которой я начинал, то есть разложим функцию f от x в ряд по степенной ряд по параметру q. Понятно, что q по условию, q по модулю меньше единицы, поэтому вот эта слагая, вот эта вся величина q на e в степени и x по модулю, оно же по модулю просто равно модулю q, вот, соответственно, тоже по модулю меньше единицы, поэтому можно разложить обе дроби в сходящийся ряд геометрической прогрессии. То есть это будет минус единица плюс сумма по n от нуля до бесконечности q в степени n на e в степени i n x плюс второй ряд по n от нуля до бесконечности q в степени n на e в степени минус i n x. Поскольку еще раз модуль q меньше единицы оба ряда сходятся, и значит мы можем их объединить, записать в виде одного ряда. Значит, минус единица плюс сумма по n от нуля до бесконечности q в степени n умножить на e в степени i n x плюс e в степени минус i n x. Ну а теперь мы видим, что опять работает формула Эйлера. Опять сумма двух экспонент взаимнообратных. Это будет удвоенный косинус. Да? Удвоенный косинус получается. То есть мы можем записать как минус единица плюс удвоенная сумма по n от нуля до бесконечности q в степени n на косинус nx. Вот мы получили разложение для функции f от x в
тригонометрический ряд. Да, тригонометрический ряд. Вопрос. Можно ли утверждать, что этот тригонометрический ряд и есть ряд Фурье для функции f от x? Да, можно. Дело вот в чем. Ну, на лекции я об этом, видимо, расскажу в следующий раз. Вот. Но дело тут вот в чем. Это можно понять без всяких лекций. Так как этот ряд мажорируется рядом просто геометрической прогрессии суммой q в степени n, а сумма q в степени n сходится, значит, давайте напишем, что ряд сходится равномерно, ну, так как мажорируется рядом геометрической прогрессии. Следовательно, мы можем его проинтегрировать почленно. Но мы не сразу его проинтегрируем почленно, а мы сделаем так. Мы домножим его на косинус kx и проинтегрируем почленно. Значит, домножим на косинус kx и проинтегрируем от минус π до π почленно. Ну и из этого мы сразу получим, что интеграл от минус π до π f от x на косинус kx будет равен. Смотрите, в силу ортогональности различных косинусов, у нас вот это произведение косинус на косинус будет отлично от нуля, ну, в смысле, после интегрирования, будет отлично от нуля лишь когда n равно k, лишь для того слагаемого ряда, у которого n равно k. Вот, поэтому у нас получится вот что. У нас получится q в степени k, ну, 2 умножить на q в степени k и умножить на, соответственно, квадрат нормы соответствующей функции, да, квадрат нормы косинуса kx, который равен π. Вот. Соответственно, мы отсюда получаем, что акт как раз будет равно 2q в степени k. То есть получается, что это и есть, следовательно, мы получили ряд Фурье функции f от x. Ну, впрочем, было бы очень удивительно, да, на самом деле, если бы мы получили разложение в тригонометрический ряд, а это бы оказался не ряд Фурье. Хотя такой пример можно привести, но в данном случае получается все хорошо. Да? То есть если ряд Фурье сходится равномерно, то это и есть, извините, оговорился. Если мы получили разложение функции в тригонометрический ряд, и этот тригонометрический ряд сходится равномерно, то это и есть ее ряд Фурье. Вот так звучит точная формулировка. Ну а доказательство, в общем, фактически я вам сейчас воспроизвел, но для нашего конкретного примера. Так, вот таким вот образом иногда можно получить разложение функции в ряд Фурье, не используя никаких, без всякого интегрирования, да? То есть представьте, мы бы эту функцию интегрировали. Это ведь было бы ужасно, согласитесь. Вот, а так мы получили, в общем, весьма несложно, да, совершенно какими-то, ну, несложным путем получили разложение в ряд Фурье без всякого интеграла. Да. Так, следующий номер. Номер 4. Задание тут будет такое. Вычислить сумму числового ряда, вот такую, сумму по n от единицы до бесконечности единицы на n квадрат, вычислить, то есть тире вопрос, используя ряд Фурье для функции x квадрат на промежутке от минус π до π.
Ну, мы с вами в прошлый раз уже раскладывали x квадрат в ряд Фурье. Но, тем не менее, я хочу сейчас показать немножко другой способ вычисления, поэтому давайте это сделаем еще раз. Итак, разложим f от x равный x квадрат в ряд Фурье на отрезке, ну, по стандартной тригонометрической системе. Понятно, что это будет разложение только по косинусам, поскольку функция четная. Значит, вычисляем коэффициенты аэнные. Пользуясь четностью функции, я могу записать интеграл по всему отрезку как удвоенный интеграл по правой половинке отрезка. Ну а теперь, чтобы нам было интереснее, давайте вместо того, чтобы вычислять интеграл с помощью интегрирования по частям, мы вычислим интеграл с помощью дифференцирования по параметру. Смотрите, представим на минуту, что n – это не натуральное число, а это вообще произвольная действительная переменная. Пусть n принадлежит r. Пусть n – это произвольное действительное число. Тогда мы можем корректно рассматривать производную по переменной n. Производная по переменной n. То есть тогда мы можем написать вот что. Что этот интеграл есть минус 2 делить на π на интеграл от 0 до π от второй производной по переменной n от косинуса nx. Далее. Поскольку у меня интеграл обычный, собственный, то чтобы обосновать возможность внесения дифференцирования под знак интеграла, мне достаточно убедиться в том, что после вычисления производной получается непрерывная функция. Ну, это очевидно, да? Это очевидно. Функция непрерывная. Функция непрерывная, вот, а значит, ну и понятно, что сколько бы я производных по n не посчитал, у меня все равно будет непрерывная функция. Вот, а значит, можно внести производную по знак интеграла, ну, а точнее говоря, наоборот, мы сейчас ее вынесем. Значит, минус 2 делить на π на d по dn, ну, теперь я должен написать прямую букву d, потому что результат вычисления интеграла зависит только от n. Значит, d по dn дважды от интеграла от 0 до π косинус nx dx. Вычисляю интеграл теперь. Значит, минус 2 делить на π, а d по dn дважды. Вычисляю интеграл. Получается синус nx делить на n в подстановке от 0 до π. Я напомню, что n – это действительное число, не натуральное, вообще говоря. Поэтому я не могу сейчас написать, что синус πn – это 0. Получается синус πn делить на n. Ну и понятно, что в этот момент, когда у меня n появилось в знаменателе, я как бы сразу сказал, что n не равно нулю. Вот ясно, что вот в этом месте n не равно нулю. Впрочем, мы знаем, исходя из той теории, которую мы изучали в начале модуля, о дифференцировании под знаком собственного интеграла, мы знаем, что функция получается, тем не менее, непрерывная, то есть там разрыв устранимый. При n равном нулю у нас будет устранимый разрыв. Вот, поэтому значение при n равном нулю мы можем восстановить просто предельным переходом. То есть а нулевое мы сможем найти просто как предел при n стремящемся к нулю от того, что у нас выйдет. Вот. Ну, посмотрим там дальше. Значит, теперь мне нужно два раза продифференцировать этот результат по переменной n. Давайте для этого воспользуемся формулой Лейбница. То есть производное произведение, да, второе производное произведение. Как будет выглядеть? Значит, минус 2 делить на π, скобка открывается, вторая производная первого множителя умножить на второй множитель нетронутый. Значит, вторая производная от единицы на n, это будет, значит, первая производная минус единица на n квадрат, а вторая производная получается 2 делить на n куб. 2 делить на n куб, вторая производная от единицы на n, умножить на второй множитель, который остается без изменений. Дальше плюс
2 – это биномиальный коэффициент, c из 2 по 1, умножить на первую производную первого множителя, то есть минус 1 на n квадрат, и умножить на первую производную второго множителя, то есть на пи косинус пн. И плюс, теперь наоборот, здесь первый множитель мы не трогаем, от второго множителя считаем вторую производную. Получается минус пи квадрат синус пн. Вторая производная синуса пн. Вот. Вот такое получилось выражение для второй производной. То есть это результат вычисления интеграла, правда, пока без учета того, что n – это натуральное число. Далее. Если мы хотим получить случай n равно нулю отсюда же, как частный случай этого выражения, то нам нужно посмотреть на предел этого выражения при n, стремящемся к нулю. Ну, я думаю, что это не очень просто, да, наверное, легче будет просто отдельно посчитать интеграл при n равном нулю, поэтому мы не будем с этим заморачиваться, с пределом. Вот. А дальше, поскольку n у нас целое число, давайте напишем при n, принадлежащим n большому, n натуральное. Значит, если n натуральное, то синус πn это 0, косинус πn это минус 1 в степени n, и мы получаем окончательный результат для ан-ного. Вот мы его сейчас посчитали. Давайте посмотрим. Значит, будет π сокращаться, 4 на минус 1 в степени n будет получаться, разделить на n квадрат. Ну, я не уверен, что этот способ короче, чем два раза проинтегрировать по частям, но так, на всякий случай, пусть будет в запасе. Это ан-ное мы нашли при n не равном нулю. Теперь давайте а-нулевое посчитаем отдельно. А-нулевое, ну, можно вот отсюда посчитать его, да, то есть как интеграл от нуля до π от x квадрат. Это будет 2 делить на π умножить на x в кубе на 3, ну, и нужно π подставить, значит, умножить на π в кубе на 3. Ну, то есть получается 2 пи в квадрате на 3. Это а-нулевое. Конечно, это вычисление намного удобнее и быстрее, чем считать предел предыдущего выражения при n, стремящемся к нулю. Далее. Ясно, что слагаемых синусом не будет, поскольку функция четная. И значит, давайте напишем ряд Фурье. То есть x квадрат равно а нулевое пополам π в квадрате на 3, плюс четверку можно вынести, сумма по n от единицы до бесконечности минус единица в степени n делить на n квадрат умножить на косинус nx. Ну и выясним, при каких значениях x верно это равенство. Давайте заметим, что функция x квадрат, периодически продолженная на всю числовую прямую, значит, заданная на отрезке от минус π до π и периодически с периодом 2π продолженная дальше, будет нам давать непрерывную функцию. А если она будет давать непрерывную функцию, значит, ряд Фурье будет сходиться на всей числовой прямой. Ну, понятно, он всегда сходится на всей числовой прямой. Он будет сходиться на отрезке от минус π до π к значению x квадрат. То есть при x, принадлежащем от минус π до π, у нас будет получаться верное равенство. Теперь, наша задача на самом деле была вот какая. Вычислить сумму вот этого ряда, используя ряд Фурье для такой функции. То есть то, что мы сейчас получили, это, как бы сказать, еще не все. Мы должны теперь, используя это разложение, получить значение вот для такой суммы числового ряда. Для этого давайте просто возьмем и посмотрим, подставим, да, сюда что-нибудь, какой-нибудь x. Ну, то есть нужно подобрать такой x, чтобы наша сумма превратилась в ту сумму, которую нам нужно посчитать. Ну, очевидно, что нужно подставить x равно π. Значит, если я возьму x равно π, то у меня получится π в квадрате равно π в квадрате на 3 плюс 4 умножить на сумму по n от единицы до бесконечности единица на n квадрат. Ну и отсюда я получаю классический результат, что сумма от единицы до бесконечности, ну то есть сумма обратных квадратов, как говорят, короче, сумма обратных квадратов будет равна
Значит, что у меня получается? 2π в квадрате на 3 нужно еще на 4 разделить. То есть π в квадрате делить на 6. Так. Вот мы вычислили сумму обратных квадратов. Еще одно... Сейчас, подождите, а у нас заканчивается занятие в 19:30, да? 19:30. То есть мы молодцы, мы с вами идем быстро. Следующая задача. Если вопросов нету, переходим дальше. Номер 5. Номер 5. Надо получить вот такое разложение для, получается, гиперболического косеканса. Ну, я думаю, что этот термин на самом деле никто не употребляет. Единица делить на гиперболический синус. Вот такое разложение. Это единица на x плюс сумма ряда по n от 1 до бесконечности минус единица в степени n умножить на 2x разделить на x квадрат плюс πn в квадрате. Ну, понятно, что при x не равном нулю. Значит, это надо доказать, используя ряд Фурье для косинуса гиперболического ax на отрезке от минус π до π. Но опять же, мы в прошлый раз с вами раскладывали гиперболический косинус в ряд Фурье. Но тем не менее, давайте это сделаем еще раз, чтобы заодно продемонстрировать другой способ вычисления интеграла. То есть мы понимаем, что гиперболический косинус – функция четная, поэтому нам достаточно вычислить коэффициенты АН. Коэффициенты БН будут равны нулю. Давайте их посчитаем. Итак, АН равно 1 делить на π, интеграл от минус π до π, гиперболический косинус АХ умножить на косинус обычный nx dx. В прошлый раз мы вычисляли этот интеграл с помощью формулы Эйлера. То есть мы косинус x выражали через комплексную экспоненту, гиперболический косинус тоже выражали через экспоненты, вычисляли интеграл в экспонентах, а потом брали действительную часть, чтобы получить интеграл с косинусом. Сейчас я хочу вам показать альтернативный путь вычисления такого интеграла с помощью формулы интегрирования по частям. Смотрите, просто проинтегрируем по частям два раза. Косинус гиперболический давайте вынесем под знак дифференциала. Тогда при а не равном нулю, значит, будем считать, что у нас а не равно нулю, мы можем записать, что это есть единица делить на πa, интеграл от минус π до π, косинус nx, d, гиперболический синус ax. Ну и действительно, дифференцируя гиперболический синус, мы получим гиперболический косинус ax, умноженный на a. Ну и a у нас сократится. Формула интегрирования по частям. Единица делить на πa, за скобкой, в скобках произведения косинус nx на гиперболический синус ax в подстановке от O. Слушайте, а чего это мы с вами не записали этот интеграл как интеграл по правой половинке отрезка? Да, это упущение. Давайте лучше поздно, чем никогда, чтобы нам легче было считать потом. Вот, сейчас я все сотру. Вот так. Значит, здесь будет 2, да, удвоенный интеграл от 0 до π. Понятно. Мы это уже делаем не первый раз, поэтому, я думаю, можно так, без подробностей. Значит, в подстановке от 0 до π и минус интеграл наоборот, интеграл от 0 до π, гиперболический синус ax, умноженный на дифференциал косинуса nx. Дифференциал косинуса nx считаем. Это будет минус синус nx умножить на n. Значит, получается плюс. Множитель n постоянный выношу за знак интеграла.
остается синус nx, значит, dx, ну и умножить на n, я его вынес. Вот так. Теперь выполняю подстановку в первом слагаемом. Значит, при x равно пи у меня получается минус единица в степени n умножить на гиперболический синус пи а. А при x равном нулю будет 0, да, из-за гиперболического синуса. Дальше вот с этим интегралом я поступлю точно так же, как с его предком. То есть я гиперболический синус на этот раз внесу под знак дифференциала. То есть я запишу плюс n делить на a, интеграл от нуля до пи, синус nx, d гиперболический косинус ax. Вот чем замечательны гиперболические косинусы, что там у них минус никогда не вылезает. И можно об этом не заботиться, не запоминать. Так. Равно. Ну вот это первое слагаемое давайте вообще запишем отдельно. Значит, 2 на минус единицу в степени n на гиперболический синус pa разделить на pa плюс, здесь получается коэффициент 2n делить на pa квадрат, интеграл, который мы вычисляем, вот этот интеграл мы опять вычисляем по частям, значит скобка открывается, произведение синус nx на гиперболический косинус ax подстановки от 0 до пи берется, минус интеграл от 0 до пи, гиперболический косинус ax на d синус nx. Ну, d синус nx, это опять будет косинус nx, dx, и еще умножить на n, n я вынесу за знак интеграла. Ну и можно заметить, что вот этот интеграл, к которому мы пришли, это, собственно, тот интеграл, с которого все началось, да? То есть вот он, ну, давайте я здесь тоже вот так запишу его. Вот. Вот он, правильно? То есть этот интеграл равен пи пополам, этот интеграл будет равен пи пополам умножить на а n. Поэтому мы можем посмотреть на полученное равенство как на уравнение для а n. То есть отсюда, перенося все а n влево, я могу написать, что а n плюс, да, здесь у нас знак минус стоит, значит при перенесении будет знак плюс. Значит, здесь будет что? 2n делить на пи а квадрат умножить на n и умножить на пи пополам а n. Вот такой вот коэффициент будет при а n. Равно. Так, и что у нас останется в правой части? В правой части останется 2 на минус единица в степени n на гиперболический синус пи а, деленное на пи а. А вот это первое слагаемое в скобке будет равно нулю из-за синуса. Вот. Значит, теперь нам нужно отсюда, из этого уравнения, найти АН. Ну, это совсем несложно сделать. Значит, здесь у нас пи пополам сократится, будет просто n квадрат делить на а квадрат. Получается, что будет а квадрат плюс n квадрат, деленное на а квадрат, умножить на АН равно 2 на минус 1 в степени n на гиперболический синус пи а, деленное на пи а. Вот, и отсюда мы получаем, что а n равно 2 на минус 1 в степени n на а умножить на гиперболический синус пи а, разделить на пи и на а квадрат плюс n квадрат. Ну и понятно, что в случае n равно нулю мы можем прямо отсюда же получить, то есть n у нас нигде в знаменателе не оказывался, поэтому а нулевое прямо отсюда же мы имеем вот такое. 2 гиперболический синус пи а разделить на пи а. Ну и теперь остается написать сам ряд Фурье. Давайте его напишем. Значит, гиперболический косинус ax будет равен а нулевое пополам
То есть просто получается гиперболический синус ПА, деленное на ПА, плюс сумма ряда, ну там можно все лишнее вынести за скобки, значит плюс 2А на гиперболический синус ПА, деленное на ПИ, да? Да. А умножить на сумму по n от единицы до бесконечности, минус единица в степени n разделить на а квадрат плюс n квадрат и на косинус nx. Вот мы получили разложение в ряд Фурье. Ну, точнее говоря, мы получили ряд Фурье для данной функции. Теперь давайте выясним, при каких значениях x будет верно написанное нами равенство. Ну, понятно, что косинус, давайте я нарисую для наглядности, гиперболический косинус – это функция четная. Ее график выглядит вот так. Вот здесь у нас единица, вот здесь значение в точке минус π, значение в точке π. Ну и дальше при периодическом продолжении мы получим непрерывную функцию. Вот. А значит, ряд Фурье будет сходиться на всем отрезке от минус π до π к значению гиперболического косинуса. Теперь, чтобы получить отсюда ту формулу, которую требуется от нас получить, вот наверху мы видим ее, давайте подставим а, возьмем x равное нулю. Возьмем x равное нулю. Значит, если взять x равное нулю, то мы получим следующее равенство. Единица равна гиперболический синус ПА, деленное на ПА, плюс 2а на гиперболический синус ПА разделить на π, умножить на сумму по n от единицы до бесконечности вот такого ряда. Минус единица в степени n делить на а квадрат плюс n квадрат. Теперь давайте воспользуемся тем, что а не равно нулю, и разделим на гиперболический синус ПА. Значит, разделим на гиперболический синус ПА при А отличном от нуля. У нас получится единица разделить на гиперболический синус ПА равно единица разделить на ПА. Ну и вот уже здесь выплывает та формула, видите, которую мы хотели доказать. Вот она как раз получается. Плюс вот этот множитель 2А делить на ПИ давайте внесем обратно под знак суммы. У нас получится минус 1 в степени n умножить на 2πa. Я еще на π специально умножил. И разделить. Смотрите, вот деление на π. И еще я здесь умножил на π. То есть получается я делю на π в квадрате. Я тоже запишу πa в квадрате плюс πn в квадрате. Ну и вот она, та формула. Формула, которую нам нужно было доказать. Надо просто взять и πa переобозначить на x. Вот, и мы получим искомую формулу. Так, есть ли вопросы по этой задаче? Смотрите. Аналогично решается задача следующая. Давайте она будет у нас под номером 6. Поскольку она решается совершенно аналогично, чтобы потом не тратить на нее время на консультации, давайте я прямо сейчас напишу, поскольку формула у нас перед глазами. Вот такое разложение нужно получить для гиперболического котангенса. Котангенс гиперболический равен единице делить на x плюс сумма по n от единицы до бесконечности. Такой же ряд, только без минус единицы в степени n. То есть 2x разделить на x квадрат плюс πn квадрате. Значит, это надо доказать, используя точно тот же ряд Фурье для гиперболического косинуса. Чтобы это сделать, давайте возьмем и подставим формулу звездочка. Вот у нас ряд Фурье, который мы обозначим звездочкой. Давайте подставим звездочку x равно π. Значит, подставим
Ну, а дальше все получится, да, потому что здесь будет сразу гиперболический косинус пи а. Если мы так же точно, как только что, разделим на гиперболический синус пи а, у нас как раз получится гиперболический котангенс, косинус делить на синус. Вот. Ну и дальше, понятно, по аналогии с предыдущей формулой, мы получим вот такую формулу для котангенса. Так, есть ли вопросы по шестой задаче? Номер 7. Сумма по n от 0 до бесконечности косинус nx делить на n факториал плюс мнимая единица умножить на сумму по n от 0 до бесконечности синус nx делить на n факториал. Ну вот где-то там в какой-то из предыдущих задач мы получали разложение в тригонометрический ряд с помощью формулы Эйлера. А сейчас, наоборот, с помощью формулы Эйлера требуется просуммировать тригонометрический ряд. То есть найти функцию, разложением которой является такой ряд. Для этого давайте заметим, что оба ряда, очевидно, сходятся, и не просто сходятся, а даже сходятся абсолютно и равномерно, потому что, понятно, сходится ряд единицы на n факториал. Значит, мы можем два ряда записать под единым знаком суммы. Теперь в числителе этой суммы всплывает формула Эйлера. Давайте ею воспользуемся. Далее давайте заметим, что e в степени и nx можно представить как степень. Если мы запишем z, это e в степени и x, то мы можем переписать наш ряд как сумму по n от 0 до бесконечности z в степени n делить на n факториал. А это есть не что иное, как сходящееся на всей комплексной плоскости разложение для экспоненты. То есть это равно e в степени z, и эта формула верна на всей комплексной плоскости для любого z. Ну, то есть, разве что z стремится к бесконечности, здесь недопустимо, да? А любое другое значение z мы можем взять. Ну, получается, все. Вот мы просуммировали ряд. А дальше мы должны его, как бы сказать, упростить. То есть, вернуться обратно к вещественной форме. От комплексной записи перейти к действительной. Ну, давайте подставим. То есть у нас получилась двойная экспонента. Да? Экспонента в степени экспонента. Экспонента – это экспоненты. Повторная экспонента, было бы, наверное, правильно сказать. Вот. Давайте опять вместо комплексной экспоненты запишем сумму синуса и косинуса. То есть косинус x плюс и синус x. Вот так получается. Теперь воспользуемся основным свойством экспоненты, что экспонента превращает сложение в умножение. Да? То есть это будет e в степени косинус x умножить на e в степени и синус x. Ну а теперь снова вот для второго множителя воспользуемся формулой Эйлера. Теперь у нас синус x будет в роли x. То есть мы напишем первый множитель умножить. А здесь формула Эйлера работает вот для такой экспоненты теперь. То есть косинус синуса x плюс синус синуса x. То есть повторный синус. А, плюс и, к нему единицу потерял, на повторный синус. Теперь давайте посмотрим. Вот у нас было какое-то комплексное число.
И вот мы получили, что это комплексное число, которое было, равно вот такому комплексному числу. Понятно, что равенство комплексных чисел означает равенство по отдельности их действительных и мнимых частей. Поэтому из этого равенства вытекает, следует, что по отдельности действительная часть, то есть сумма вот такого ряда с косинусами, равна действительной части от того, что получилось, то есть равна вот такой функции. А мнимая часть, то есть сумма с синусами, равна, соответственно, мнимой части от того, что у нас получилось в итоге. Вот. То есть, видите, переход к комплексным числам позволяет два ряда посчитать одним действием, да, как бы одним выстрелом двух зайцев. Есть ли вопросы по этой задаче? Ну, дальше смотрите, у нас с вами осталось 9 минут. Мы в 19:30 должны закончить по расписанию. Тут есть два варианта. Дело в том, что я с остальными группами разобрал 7 задач, вот ровно те, которые сейчас вот с вами. Но у нас с вами осталось время, потому что вы не задавали вопросов. Значит, у нас есть два варианта. Либо я вас отпускаю раньше, либо мы разбираем, ну, еще одну задачу успеем разобрать, я думаю. Как хотите. Давайте еще одну. Ну, опять же, какую? Ну вот, может быть, последнюю, 12-ю, да, раз уж, вот, чтобы нам не прерываться, вот на ту же самую тему, вот, на тему вот эту же, да? Надо посчитать сумму вот таких двух рядов. Собственно, задача отличается от предыдущей тем, что здесь в знаменателе 2n факториал. В общем, на самом деле понятно по аналогии с предыдущей, что все сводится к сумме вот такого ряда. Z в степени n делить на 2n факториал. Да, где z это e в степени ix, и x, да, то есть это косинус x плюс и синус x. Чтобы посчитать сумму такого ряда, давайте сделаем вот что. Давайте представим ну, на самом деле, вот вспомним разложение для гиперболического косинуса. Можно так к этому вопросу подойти. Давайте вспомним, что гиперболический косинус t это есть 1 вторая на e в степени t плюс e в степени минус t. Ну и понятно, что когда мы сложим две такие экспоненты, у нас получится сумма вот такого вида. Сумма по n от 0 до бесконечности t в степени 2n, то есть останутся только четные слагаемые, разделить на 2n факториал. То есть то, что у нас получилось, мы можем представить как гиперболический косинус корня из z. Гиперболический косинус корня из z. Ну, понятно, что там все равно брать корень из z с плюсом или корень из z с минусом за счет того, что гиперболический косинус – четная функция. Да, то есть вот это получается равно гиперболическому косинусу корня из z. То есть это получается равно e в степени 1 вторая
на e в степени корень из z, это что такое? Это e в степени 1 вторая и x плюс e в степени, так, минус, вот здесь надо написать, да, главное в своем месте написать минус в правильном, минус e в степени, сейчас, e в степени минус, e в степени 1 вторая и x. Вот. То есть корень из z, ну, корень из z, да, корень из z, на самом деле у корня из z два значения, мы должны как бы плюс-минус корень из z рассматривать. Это e в степени 1 вторая и x. Ну, либо e в степени 1 вторая и x плюс пи к, на самом деле правильнее было бы написать. Плюс пи к. Но вот это плюс пи к даст нам просто знак. То есть это есть плюс-минус e в степени 1 вторая и x. Ну, а поскольку у нас здесь и с плюсом, и с минусом сверху экспонента есть, и они входят симметрично, видите, то неважно взять с плюсом или с минусом. Вот. То есть я еще раз объясняю, почему мы взяли корень из z, именно тот, который взяли. То есть есть два корня из z, да, вы понимаете, есть плюс корень из z, есть минус корень из z. Ну ладно. Значит, вот такая получается у нас сумма экспонент, которую мы давайте опять преобразуем, используя формулу Эйлера. То есть это будет 1 вторая на e в степени 1 вторая, так, e в степени косинус, e в степени косинус x пополам плюс и синус x пополам плюс e в степени минус косинус x пополам плюс минус, точнее, синус x пополам. Значит, 1 вторая на e в степени косинус x пополам умножить, опять же, по формуле Эйлера, на косинус синуса x пополам плюс и синус синуса x пополам плюс e в степени минус косинус x пополам умножить на сейчас умножить на что? На косинус синуса, потому что здесь не важен знак косинус синуса x пополам. А дальше у нас минус синус x пополам срабатывает, значит будет минус и на синус синуса x пополам. Вот так. Так, еще одна скобка скрывается. Ну и отсюда мы получаем, что действительная часть, то есть вот такой ряд, это будет действительная часть того числа, которое у нас вышло. То есть как действительная часть получается? Я должен брать действительную часть здесь и должен брать действительную часть здесь. Я вижу, что это одно и то же, правильно? Поэтому получается гиперболический косинус снаружи. То есть у меня получается так. Гиперболический косинус от тригонометрического косинуса x пополам умножить на тригонометрический косинус от синуса x пополам. Вот такая красотища, да? Вот. А мнимая часть, это будет соответственно, сейчас, это будет соответственно мнимая часть того, что у нас получилось. То есть вот это я должен взять, вот это и вот это. Но здесь видите знак минус, соответственно получается разность экспонент, то есть получается гиперболический синус. Значит, гиперболический синус от тригонометрического косинуса x пополам умножить на тригонометрический синус от синуса x пополам. Так. Ну, можно считать, что как раз. Одна минута осталась, но за одну минуту мы уже ничего не успеем. Так, есть ли вопросы по этой задаче или по предыдущим? Давайте спрашивайте. Так, значит, ну, как всегда, в пятницу консультация. И еще у нас там приближается дата коллоквиума. Коллоквиум будет на последнем семинаре модуля, как я
предупреждал ранее. Вопросы к коллоквиуму я выложу завтра. То есть завтра в Вики, на Вики-страничке ловите ссылку на вопросы, на список вопросов к коллоквиуму. Вот, а на сегодня тогда все. Всего вам хорошего, до свидания.